Мастерская. Импровизированная. Проходили практику студенты колледжа. Они как бы выполняли под моим руководством. А, вот он. Шаблон. Делаю шаблон. Это технология тянутого рельефа. Верхняя часть камина. Вот этот рельеф, он повторяет ту верхнюю часть. Под наклоном будет выполняться бордюр по всему как бы залу, за который будет спрятано освещение. Это изразцы. Эти фрагменты должны быть на месте. Я живу здесь недавно, но я всегда хотел сюда попасть. Многие наши вот художники из художественной мастерской здесь бывали, но по медицинским показаниям. Я не подошел по этим показаниям. Историю можно изучать там по книгам и так далее, а вот архитектуру нужно видеть воочию. Памятник гражданской архитектуры конца, последней четверти XIX века. Это ранний период русского модерна. Чем характерен? Асимметричностью фасадов своих. Если, допустим, классика – это строгий ордер, там какой-то ионический, коринфский, строго симметричное сооружение. Здесь смотрите, как красиво, живописно распределены флигеля. Там была терраска на втором этаже. Докопались, там дно. Потом все-таки решили здесь делать клумбу временно. А сохранили вот ту форсунку, которая здесь была в мороловское время. А вот эти камни откуда? Камни в то время делались булыжные мостовые, да? Вот здесь были, валялись эти, лежали камни эти. Дорожка выполнена из плит, железобетонных плит, которые находились в дальнем углу этой территории. Там была заброшенная теплотрасса. Это вот все плиты теплотрассы? Да, и эти плиты там разбросаны были в беспорядке. А вот мы оттуда перенесли эти плиты сюда. Другое дело, что мы привезли из первая советская, раньше называлась, первая наша больница, первая городская, мы привезли метлахскую плитку, около 2500 штук. Это импортная плитка того времени, когда строилась больница. Германская как бы плитка, там была разработана технология такая, сверхпрочная плитка. Уникальная плитка, вот мы ее здесь применим. По прямому назначению будет выполнено покрытие пола. Вообще к усадьбе Оглоблина вы как относитесь к своей монументальной работе? Да. Монументальная работа – это не только там статуя, это памятник. Эта работа должна иметь общественное значение. Вот это тогда действительно монументально. Много планов, грандиозные планы. Я в меру своих сил вот что-то стараюсь делать по сохранению этого памятника истории и культуры.